Мы снова на футболе. Чего ждешь от сегодняшнего матча? Георгий, ну я надеюсь, мы увидим нечто большее, чем просто борьбу за результат. Таких команд нас ждешь яркую и красивую игру. Здравствуйте, и мы приглашаем вас все-таки на футбол. Атака очень перспективная. Ну же, есть варианты, куда сделать пас. Хаким Зиеш. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Анхель Ди Мари. Пас в разрез очень точно. Данило. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Получает мяч на ходу. Удар. И не точно бьет. Данило. Каким Зиеш. Давид Алаба. Александр Зинченко. Отличный отбор мяча. Каким Зиеш. Каким Зиеш. Надо выбираться с фланга. В центре есть неплохой вариант. Может получиться интересная атака. Красиво сыграно, как эффектно. Защитник хорошо разобрался, не дал пройти. Филипп Костич. Так, неплохо. Данило. Давид Алаба. Поль Погба. Александр Зинченко. Филипп Костич. Поль Погба. Каким Зиеш. Данило. Анхель Ди Мари. Анхель Ди Мари. Надежная игра в защите. Угрозу удалось отбить. Поль Погба. Он бьет и... Анхель Ди Мария.
как он это сделал! Итак, открыт счет в этом матче, и с центра начинает команда. Какая атака, а? Какой гол? Просто идеальная передача была. Тут хочешь, не хочешь, а забьешь. Посмотрим за этой атакой. Вешивать пора. Пересек мяч в боковую линию. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Леонардо Бонуччи. Поль Погба. Посмотрим за этой атакой. Хорошая передача. Перехватывает соперник мяч. Поль Погба. Мяч отдай. Так, неплохо. И навес. Филипп Костич. Влахович. Филипп Костич. Удар! Да, мастерство не спрячешь. Какой замечательный гол! Какой прекрасный гол все-таки, а? Атака ждать его, я думаю, могли не все. Да, сегодня этот вратарь играет просто великолепно. Может быть, это какая-то потеря концентрации, трудно сказать. Надеюсь, этот эпизод его из колеи не выведет. Хорошая передача. Филипп Костич. И навес. Защитник входит на опасность. Удар головой. Не попадает в ворота. Перехватывает соперник мяч. Влахович. Хаким Зиеш. Анхель Ди Мария. Влахович. Тут может что-то получиться. Отличный пас в разрез. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланг. Мяч летит в штрафную площадь. Леонардо Бонуччи. Первый тайм позади. В общем-то, с таким счетом можно было бы и заканчивать матч, но он нас еще с вами устроит. Судья дает свисток к началу второго тайма. Анхель Ди Мария. Данило. Какой-то, знаете, между собой. Все
Все верно. Пора сместить акцент атаки. Данило. Влахович. Анхель Ди Мари. Прекрасно играет защита. Хаким Зиеш. Еще одна атака. Мяч летит в штрафную площадь. Может получиться интересная атака. Спокойно, четко и вовремя защитник мяч выносит. Неплохое забегание слева. Филипп Кость. Удар! Какой опасный удар получился! Мяч разминулся со штангой в каких-то считанных сантиметрах. Неплохая попытка, однако немного неточно. Может быть, повезет в следующем. Пробил игрок, рядом со штангой мяч проходит. Какой шанс? Влахович. Свисток арбитра будет штрафной. Выбивает защитник. Влахович. Ну и пока непонятно, как можно спасти такой матч. А вот этот пас был уже лишним. Перехватывает соперник мяч. Филипп Костич. Ищут они разные варианты для атаки. Анхель Ди Мари. Влахович. Красиво сыграл. Данило. И есть поддержка у этой атаки. И пошла передача. Делает замену. Напрашивался этот пас. Данило. Влахович. Итак, у нас аут. Пас в разрез очень точно. И передачи придают атакам остроты. Какой... Ну же, давай! Очень хороший гол. Индивидуальное мастерство, помноженное на техническое исполнение. Браво. Растерялся перед тем, как принести завершающий удар. Очень... Ну давай же!
предъявлять претензии арбитру, голкиперу, партнеру, да даже комментатору. Но факт остается фактом. А гол остается голом. Войцех честно. Хороший. Замену. Влахович. Может быть, эта замена даст им решающее превосходство, и они смогут вырвать победу. У нас торжество атакующего футбола забито много. Посмотрим, что будет дальше. Все, что нужно было сделать, у него и получилось. Довольно простым гол вышел. Данила. Кристиан Пулишич. Может получиться интересная атака. Опасная передача. Получает мяч на ходу. Ну же, давай! Я так и не понял, что он хотел сделать. Тренер делает замену. Может быть, эта замена даст им решающее превосходство, и они смогут вырвать победу. Александр Зинченко. Неплохое забегание слева. Поль Погба. Леонардо Бонуччи. Так, неплохо. Кристиан Пулишич. Будет гол. Может быть, были шансы у вратаря, а может быть и нет. Но мяч в итоге оказывается в сетке. Еще раз смотрим гол. Отлично разыграли. Тренер делает замену. Может быть, эта замена даст им решающее превосходство, и они смогут вырвать победу. Вряд ли уже получится вытащить. Неточный пас. Передача назад на голкипера. Тянут время. Стадион свистит. Данило. Анхель Ди Мари. Поль Погба. Какой шанс! Подряжает. Леонардо Бонуччи. Мяч отдай. Кристиан Пулишич. Ну же, давай! Просто здорово. Сейчас защитник сыграл. Финальный свисток.
мне сегодня понравилось, как играли обе команды, несмотря на то, что одна из них проиграла. Футбол игра жесткая и даже иногда жестокая. Вот ты проиграл один матч, и это уже катастрофа.